Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас приветствовать на моем канале, милые девочки. Сегодня у меня для вас замечательная омолаживающая масочка для сухой кожи рук. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем готовить вместе и применять. Также эта маска подойдет для нормальной кожи рук. Девчата, для приготовления нам понадобится 1 чайная ложка натурального меда. Если у вас вдруг мед засахаренный, то обязательно растопите предварительно на водяной бане до такого состояния, чтобы не было у нас засахаренных комочков. Также нам потребуется 1 чайная ложка глицерина. Продается он в аптеке, можно купить, стоит недорого. И 1 чайная ложка кукурузного крахмала. Можно использовать картофельный крахмал, но я обычно беру кукурузный. Он лучше для нашей кожи, для любого типа кожи. И еще, девочки, запаренный отвар ромашки в количестве 3 столовых ложек. Вот, как-то так, мои дорогие. Что мы с вами делаем? Мы с вами берем отвар ромашки, 3 столовые ложки, и добавляем в крахмал. Вот так. Перемешиваем. Отвар у нас с вами тепленький. Перемешиваем хорошенько. Теперь берем наш медик и в медик добавляем крахмал в количестве 3 ложек. Вот так. Вот так. Добавили. И сюда же добавляем 1 чайную ложку глицерина. Вот так. Перемешиваем. Получается отличная маска для наших ручек. Сейчас, девочки, возьму кисточку и буду перемешивать при помощи кисточки. Замечательная маска, просто шикарная маска для наших рук. Ой, немножко пролила. Вот, девочки, все, маска наша готова, осталось ее нанести на очищенную кожу рук. Девчата, маска наша готова к применению, но предварительно надо очистить ручки, промыть хорошо под водичкой. Можно даже пропарить ручки в солевом растворе или в растворе ромашки. И после этого наносить нашу маску. На очищенную кожу рук наносим нашу маску. Маску нанесли на ручки. Вот так хорошенько промазываем при помощи рук. Втираем нашу маску в ручки. Оставляем маску на 20 минут, после чего смываем теплой водой и наносим наш любимый уходовый крем. Итак, мои хорошие, маску я смыла теплой водой, нанесла уходовый крем. Руки в отличном состоянии. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайки, подписаться на канал и включать колокольчик, чтобы не пропустить оповещений о новых видео. С вами была ваша Елена. Всех вас люблю. Спасибо за внимание.